Сочи даже в зоне горнолыжного курорта открыт пункт приема заявлений о включении в списке избирателей для лыжников и сноубордистов. Это железнодорожный вокзал «Роза-Хутор». Сейчас у нас проходит горнолыжный курорт. Наши специалисты управления по курортам подтверждают, что загрузка достаточно высокая. И мы действительно такую потребность ощущаем по звонкам, которые поступают в территориальные избирательные комиссии, муниципальную избирательную комиссию, о возможности подать заявление. Новый порядок голосования разработан Центральной избирательной комиссией. Даже если человек находится на отдыхе или в командировке, начиная с 31 января по 12 марта, он может подать заявление о желании проголосовать в любую территориальную избирательную комиссию по месту своего пребывания. Если человек знает, что в день выборов не будет находиться в своем городе, тоже может заявить об этом в любой пункт приема заявлений и получить отрывной талон. Его избиратель потом предъявит по месту своего пребывания 18 марта. Нужно поехать в Москву. То есть на день выборов меня не будет здесь. А пропускать такое событие я бы не хотела. Избиркомы ведут прием в зданиях районных администраций, либо можно обратиться в филиалы МФЦ их Сочи-4 или в электронном виде подать заявление на единый портал госуслуг. Для удобства жителей Дагомыса пункт приема заявлений действует в здании администрации Волковского сельского округа. А уже с 25 февраля можно заявиться в участковые избирательные комиссии. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.